Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Наконец-то сбылась мечта миллионов. Моды возвращаются снова. И сегодня у нас модная игрушка, которую присылают подписчики или просто гости канала. Короче, первый мод, на который мы с вами посмотрим, называется... У него очень классное название. Как достать соседа Extreme Edition. Классное название, многообещающее, я вам скажу. И экран менюшки выглядит довольно неплохо. Давайте врубим музыку. Музыка из хардкора, из бесконечного лета, блин. Ну и как мы должны по этой ссылочке перейти? Я что, каждую букву, что ли, водить буду? Извините. Такой вот, короче, экран. Выглядит реально классно. Давайте посмотрим. Никакого обучения. Просмотр смерти. Ну это типа хардкор, только вот, блин, реально классно выглядит. Ну давайте посмотрим. Как это выглядит? Нифига себе, блин. Кнопка нерабочая, вот это тоже здесь. Башка отвалилась, ничего себе. Что там по звукам, так сказать, да? Нормально все. Такое вот. Так, ну давайте. Почему только 3 уровня, а не 4? Кровавая вечеринка. По-моему, в хардкоре он по-другому назывался, но я не помню как. Первое мучение. А, и тут тоже никак, по-другому. Там привет смертный назывался. Ну ладно, давайте посмотрим. Я, конечно, нифига хардкор проходить не умею. Он очень тяжелый. Да вы чё, и как я это проходить буду? Я же... Я ссылочку на этот мод оставлю обязательно, но не знаю. Блин, даже выйти отсюда нельзя, только на паузу можно поставить. Ну-ка, давайте попадем с ним, потому что я в любом случае уже никак не успею это пройти. Через чурный хардкор какой-то. Ну, сложность тут такая же, как и в обычном хардкоре от социального продакшн, то же самое все. Нет, нельзя. Надо выключить время. Очень печально. Посмотрим, что здесь. Этот уровень полегче немного, но все-таки. Да, выглядит. Выглядит интересно, на самом деле. Я думаю, этот мод, в принципе, неплохой. Ладно, сейчас немного погуляем, а потом я сделаю кое-что другое. Да, блин, ну это хрен успеешь, что времени вообще мало. А, кстати, шкала прикольно выглядит. Как это возможно вообще пройти с таким временем? Да ну нафиг вообще, пожалуйста. Так, ребята, давайте я сделаю так. Я немного читерски сделал, но потому что я нифига это не могу пройти. Перетащу из оригинальной, когда соседа три файла из архива геймдаты, чтобы время хотя бы было основным. Чик-чик. Итак, продолжаем. Я, короче, из архива даты, ой, геймдаты, из оригинальной, когда соседа, перенес файлы, это самое, shots, count, level, data и fonts.
в этот мод. Чтобы вот эти вот проценты, время, все было хотя бы таким. Ладно, давайте пройдем этот уровень. У тебя несколько минут, и ты должен сдохнуть. Понятно. Время, чтобы хотя бы стало таким. Также мы теперь можем с помощью эскейпа попасть сюда. Кстати говоря, тут вырезанные фразы даже остались. Это из хардкора. Фразы, которые не вошли в финальную версию игры. Теперь у нас хотя бы время есть на то, чтобы все это можно было делать. Хардкорно через чур просто. Телевизор мы не успеем. Дверные звуки классные. Ну блин, ну ты делаешь это, а? Беги скорее, 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 давай. По одной пакости только успеваем делать, блин. То, что у соседа темно дома, это реально классно сделано. Хотя это было сделано еще в этом, как его, хардкор перезапуск. О, еще и красный, ничего себе. Ну и все. Прошли этот уровень. Я вот такую хакнутую версию вам не скину, я обычную скину. А там, может быть, вы сами хакните уже. Я не знаю, как устанавливается чит на скорость, чтобы Вуди там быстро бегал. Это я не знаю. Вот со временем вот знаю, как делать. Если вы не разберетесь, то можете написать в комментариях. Может быть, я сделаю видео, как такое сделать. Если вы сами не поймете. Так, твой выход из телеэкрана. Давайте попробуем. И вот, мне немножко интересно, это три уровня, это все, или там еще будет что-то? Мне такое чувство, что будет всего три уровня. Хорошо, что на этом уровне он не будет понизу идти на кухню. Да, ну тут с текстуркой, к сожалению, коряво немножко. Черт, не успеем пиво сделать. Это, я, насколько понимаю, это тот же самый хардкор, просто поменены картинки. Но выглядит на самом деле круто. Ну и еще звуки дверей поменены. Из перезапуска вроде бы взяты. Могу путать, если что. Могу ошибаться. Но, по-моему, из перезапуска. Ай, какое говно. Надо было потом делать. О, да, тут, к сожалению, с графикой проблемы. Ладно, давайте еще раз.
Кстати, я говорил о том, что на последнем стриме я говорил, что собираюсь реализовать такую идею. Марафон модов называется. То есть проводим стримы, там проверяем по десятку. Проверяем по десятке модов снятых. И наши подписчики в чате оценивают, какой из этих мод самый лучший. Конкурс, так скажем так. Наверное, этот марафон запустится прямо с первых же модов, которые мы снимали. А, нет, нет, не пойду, не успею. Никаким образом не успею. Теперь точно успею. Да, ну вот так вот, конечно, к сожалению, очень тяжело исправить. Так что тут ладно еще. Я надеюсь, бабушка с дедушкой моему кузену такое не включат. Не знаю, зачем еще раз это делать, но давайте. Блин, звуки очень громкие, аж стол дрожит. Я ни разу, кстати, не видел мода, чтобы были звуки дверей из Майнкрафта. А жаль. Так, кровавая вечеринка осталась у нас. Праздник бывает и у маньяков, понятно. Так, и подсказка. Замани его туда, где ему будет проще тебя убить. Нет, ну нафиг. Нет уж, извините. Че себе? А, новая музыка. В оригинальном хардкоре не было. Хотя мне другая музыка нравится больше. Которая нет, которая из оригинального хардкора. Она еще и светится, нифига. Трещины в инвентаре, это классно выглядит. Я, наверное, реально плюсик поставлю этому моду. Неплохо сделал. Мод хоть и короткий, но выглядит прикольно. Красный торт тоже классно. Кстати, качественно довольно сделан. Я надеюсь, что мы в эту комнату можем заходить. А хотя фиг его знает. Да, можем, вроде бы. Don't do it. Don't do it. А, смотрите-ка, что-то открылось. Второй сезон открылся. Ну, мне кажется,
Я что-то не уверен, что тут есть изменения, но давайте посмотрим. Нет, тут все то же самое, что в первом хардкоре, в обычном. Это реально просто взяли в хардкор, просто переделали картинки и все. А так то же самое все. Ну ладно, насколько я понимаю, тут больше нет изменений. Такие вот три уровня. Ну что ж, какую бы нам поставить этому моду оценочку? В принципе, я могу поставить плюс. Мод прикольный, жаль, что всего три уровня. И никаких изменений, кроме одной музыки, звука дверей и картинок. Но выглядит очень круто. Прям вот очень круто. Ну что ж, переходим дальше. И дальше у нас идет мод Neighbors from Hell Genocide. Сорян, если неправильно прочитал. Последний мод, который у нас пока остался, больше не присылали пока. Это я не играл, это с предыдущих, видимо, модов осталось. Так, 7 марта 2021 года. Нифига себе, как долго. Искульт прощай. Это же название последнего уровня хардкора. Нифига себе, вы че? Да, хардкорная музыка какая будет. Да, музыка. Все обычно, просто обстановка. Все как обычно, просто обстановка хардкорная. Как-то мрачновато даже становится от этого. Не по себе, если честно, в такое играть. Все обычное, а дом из хардкора как-то не по себе от этого даже становится. Непонятно вот, что это за кровь. Видимо, тут невидимая стена, и она кровью замазана. Видимо, в этом прикол заключается. Так, мы тут проверили уже все. А, кстати, я тут смотрю только 9 пакостей, а не... Ах, блин. Чё, даже анимаций никаких не будет? Надо посмотреть, каких пакостей здесь нет. Это есть, это есть. Это есть, это есть. Так, батут. Книги нету по йоге. Или есть? А, нет, сосед же взял книгу. Велосипед, так. Что-то я не понимаю, чего не хватает. Наверное, все есть, просто может какого-то предмета не хватает для того, чтобы... Ну или может одна пакость тут лишняя будет. Блин, дьяволы какие вообще просто. Так, ладно, давайте что-нибудь, давайте еще что-нибудь посмотрим. Отдохнуть. Да, я бы хотел отдохнуть, но нельзя. Мы же снимаем моды. Так, ладно, давайте уже вот это посмотрим, что-нибудь поинтереснее. Темнота. Знаешь что, Вуди такой же смешной, как и я. Мы вместе шутили над Ротвейлером, попрошу Гастера вернуть тебя в наш мир. Вы чувствуете со спиной Санса. Чувствуйте, правильно. О, так, ну это обычный. Здравствуй, меня на Виндиксе никто не поймет. Тоже я буду говорить на этом шрифте. Я Гастер, зачем я пришел? Это мод для меня, где мы с Сансом будем делать, что хотим. И да, ты уничтожен, осталось только твое сознание. Ты не можешь вернуться, поскольку ты сдох. Да, ну неужели? На Крипера, кстати, похож немного по... Это самое, ногам вот этим. Ты думаешь, что сможешь выбраться? Просто зайди до следующей двери, неужели? Нифига себе, это как? Поехали.
Ладно, пока, удачи. Спасибо, блин. Да, если бы он был бы зеленым, бы реально было бы похож на крипер. Из Майнкрафта. Шалуны, блин. Я тебе помог. Не благодари, друг. Готов шалить. Я соединил эту игру с Undertale. И мы можем встречаться. Встречаться, блин. Встречаться, должно быть. Но это геноцид режим, и тебе будет не сладко, но я помогу. Не забудь, я с тобой. Какая дружба нафиг? Это вообще что такое? Вау, помехи, как в телевизоре. Какой-то необычный мод, если честно. Сколько я понимаю, это самый первый, это первый уровень первого сезона. Ну да, я не ошибся, это так и есть. Судя по предметам. Ну давайте пройдем его, почему бы нет. Че, серьезно, ждать ничего не надо? А вот здесь надо. Причем немножко даже подольше. Тут что-то можно разглядеть. Там шкаф какой-то видно, тут что-то на стене. А как шкаф будет выглядеть? Наверное, он будет выглядеть как обычный шкаф. Да, я так и думал. Спидран. Сказать нечего. Я так и не пойму, что тут творится. Ну давайте посмотрим. Догонялки, блин. Не понял, это вообще что такое? Что это такое, блин? А, ты что так застыл, что ли? Блин, не, хрен чё, хрен пойми, чё, блин? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что это за уровень вообще? День дебилов. Нечистая сила, вы чувствуете себя богом? Знаешь, я думал, он будет целый день пердеть. Но целый день пердеть. Я решил... Но он решил отметить этот день, иди и поздравь его. Да, день дебилов, это точно. Ух, капец. А, вот, теперь нормально. Какая-то игра с Дэнди, что ли, или что это? Ну, или Супер Нинтендо, может быть, непонятно. Или это рисунок какой-то непонятный. Я не знаю, что это за картинка. Откуда это? Это из неудачного круиза. Как я уже говорил, он закрыт. Больше не будет обновлений. Увы. А я ждал полную версию. Но, увы, ее не будет. Какие вот планы на будущее? Я планирую, кстати, делать по роликам. Red Dead Redemption 2 там совсем уже немного осталось. Думаю, что мы скоро закончим уже. После Red Dead Redemption 2 вернемся в GTA Vice City. Будем ее проходить. Я на телефоне ее сейчас прохожу. Все, все, че, все? Даже не будет ничего сдувать?
Да, невидимые свечи, блин. А мы их сделали видимыми. Отсутствующий лифт. Что это за небо такое? Он сейчас не бугуртил, кстати, вообще. Также надо бы как-нибудь снять какую-то там игру предлагали. Также предлагали Шрека 2 поснимать. Я думаю, что это тоже мы как-нибудь сделаем. Когда сеть квартиру еще просили снять. Навонял. Знаешь, а Ротвик навонял, что даже теми не видит ни черта. Вы кроме газа ничего не видите. О, я представляю, что сейчас на этом уровне будет. Да, я так и думал. Обалдеть. Ну и мут вообще, просто пипец. Что-то сосед быстро все делает. Да, выглядит как это, радиация. А, прям в холодильнике, что ли, стоит? Сосед настолько глупый, что ли? Блин, долго делается она. Что происходит вообще? Ох, так как же долго. Ладно, с этим уровнем тоже понятно. Хотя не-не-не, давайте пройдем. Может, второй сезон откроется. Давайте его пройдем все-таки. Хочется узнать, что будет во втором сезоне. Да ну в смысле? Ладно, не пройдем. Хотя давайте посмотрим, что будет. Мне кажется, там во втором сезоне есть что-то. Так что надо... Так, удар в спину. Будет и как, спина болит, мяч прилетел в соседа. Надо мстить от соседа. Не дал нам все-таки футбол поиграть. А ты, главное... Отомсти хорошенько за свою спину. Альфис что-то за спиной придумает. И он не даст Гастеру попасть. Вы чувствуете боль в спине от мяча? Неужели? Я нет. Так быстро что ли сыграл? А, он услышал еще до того, как мяч прилетел. Ну, вообще, обалдеть, просто не читать. А, так вот, что это было, понятно. Что на первом уровне было. Что это за были за картинки, о которых я подумал, шкаф. Это вот это было.
Надо пройти какой-то уровень, еще один. Давайте вот этот пройти, чтобы открылся второй сезон, и мы на него посмотрели. Тут придется позвонить уже. Потому что мы не успеем просто мячик, скорее всего, положить. Он даже не ударил по нему. И все, даже не стал выбрасывать его. Просто повертелся, и мячик исчез. Ну вообще зашибись. А вот это бежит. Блин, надо было спуститься в коридор, наверное. Позвонить там, чтобы сосед на микроволновку попался. Сейчас ждать, блин, придется. А хотя за... Да не, подождем. Всякий случай. Отлично, просто поиграл. Как быстро. Второй сезон-то не открылся, кстати, почему-то. Или это просто автор написано? Подпишись на колледж студию Кирилл. Кирилл. Правильно. Две Л. Мыть кости каждую неделю. Сосед моет все, кроме костей. Ну а как кости-то мыть? Барабан. Я сижу за тобой и тем, что ты делаешь везде, я даже у тебя в руке. Ты не обижайся, я хочу все увидеть. Да и сосед моется долго. Вы чувствуете, Санса он везде. Неужели? Так, здесь. Может быть, здесь. Это ж пипец нафиг. Так, ладно, я что-то уже устал проходить. Давайте просто посмотрим, как сосед будет выполнять какие-либо действия. С какой скоростью. И закончим на этом. Мне понравился мод, если честно. Интересный сюжетик есть. Обязательно оставлю ссылочку на него. Можно было в телевизор его еще добавить. Санса. Так, ну давайте посмотрим, сколько он мыться будет. Долго? Как я, да?
Улегся там в ванной, наверное, расслабляется. Наконец-то. Так, ладно. На этом закончил. Утомился уже немножко, если честно. Ну что ж, как бы нам оценить этот мод? Плюс тоже поставлю. Все-таки у модика есть сюжет. Сюжет так себе, на любителя. Но он и есть. Это уже хорошо. Это прям классно. Выглядит мод сам довольно-таки тоже неплохо. На оба мода я, в общем, оставлю ссылочки. Сегодня мы посмотрели хорошие моды. Ну а на этом все. С вас Лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Моды пока закончились. Если вы делаете моды на игру, когда соседа моды, и хотите показать их, присылайте их мне в группу ВКонтакте, там в обсуждении. Можете также написать это самое в личку. Ну или в комментариях под видео. Подписывайтесь, кстати говоря, также на группу ВКонтакте. Там можно что-нибудь, наверное, интересное узнать. Ну и всем пока.